Сегодня приготовим темный хлеб. Для этого нам понадобится 400 мл воды. Заливаем воду. Две столовые ложки подсолнечного масла. Я добавлю на глаз. 600 грамм муки для приготовления темного хлеба. Но один очень хороший совет я прочитала в инструкции к хлебопечке, что такую муку нужно использовать только 10%. Потому что если вы возьмете 100% муки для приготовления темного хлеба, то у вас получится липкое тесто и очень тяжелый хлеб. Поэтому я взяла 20% муки для приготовления темного хлеба и остальную муку, обычную белую муку. Получилось из 600 грамм общей муки 120 граммов муки для приготовления темного хлеба и остальное белая мука. Засыпаю. Дальше нам понадобится 5 чайных ложек сухого молока. Берем 5 чайных ложек. Полторы чайных ложки соли, четыре чайных ложки сахара. Две чайных ложки сухих дрожжей. Одна. Две. Дрожжи ложим отдельно от сахара и так, чтобы они не смешались с водой до времени перемешивания хлеба. Чтобы хлеб получился более вкусным, можно добавить орехи, арахис и изюм. Если вы видите, устанавливаем диспенсер с орешками и изюмом, фиксируем нашу форму для выпечки, поворачиваем, закрываем. Выбираем первую программу. Светлый цвет корочки. Вес выпечки 1 килограмм. И нажимаем старт. Идет перемешивание. Готов хлебушек. Достаем его из формы. Забываем достать венчик. Такой красавчик. Чуть-чуть остынет, и мы его разрежем, чтобы посмотреть, какой он внутри. Ну, давайте посмотрим, какой получился хлеб. Такой красавчик. С изюмом и орешками.